Ну и как обычно, когда наш друг стоит за вертушками, это диджей Неви. А когда он вальяжно и непринужденно снимает свои очки, берет в руки микрофон и выходит на сцену, он превращается в MC 1.8. Встречайте! Очень вальяжно выходит, очень не торопясь. Нравится, да, с живым звуком? Совсем другое дело. Наконец-то мы красиво исполним этот трек. Клавиши подними чуть-чуть. Кто пишет историю этой болезни, кто выкрасил золото в старый парк, я знаю, таблетки пить бесполезно. Моя палата теперь прокуренный бар. Дождь, деревья, площадь и центральную площадь. Осень, мой лечащий врач, дай мне антибиотик пожестче. Лечит, но мне не легче, значит диагноз проще. Осень, это вирус тебя, я его переносчик. Я его переносчик. Давай. Все дальше от понятий нормы, моя раненая психика. Пиши, пропала, да еще это рифма усталая. Промокшими кроссами семеню по тротуарам осени. За переполненным автобусом домой 8. Прости, не брал трубку, не слышал телефона. Ты же знаешь, тишина теперь в топе моих рентонов. Дочь растет, не успеваю удивляться. Первые шаги, первые фразы, скоро садики и танцы. Тишина, на часах уже 12. Мои ангелы спят, снежинки первые в огне кружат. Молчат буквы на экране, ожидая точки. Этот вирус во мне, я его переносчик. Наверное, это уже осложнение. Следующий приступ меня добьет. Я знаю, давай прекратим лечение. Ненастье отпустит, если оно не мое. Не мое. Дождь, деревья, полощадь и центральную площадь. Осень, мой лечащий врач, дай мне антибиотик пожестче. Лечит, но мне не легче, значит диагноз проще. Oh shit, это вирус тебя, я его переносчик, переносчик. Дождь, деревья, полощадь и центральную площадь. Осень, мой лечащий врач, дай мне антибиотик пожестче. Лечит, но мне не легче, значит диагноз проще. Oh shit, это вирус тебя, я его переносчик. Я его переносчик. Я его переносчик.